Всем привет! Вы на канале «Переехали в Сочи», с вами Елисей. И сегодня хотел бы вам ответить на... Пошли какие-то слухи о том, что мы с ребятами «Северяне в Сочи» теперь вместе совместно не работаем, что они пропали с нашего поля, так сказать, видения, да, что они начали работать с другой компанией. Вот, на этот вопрос, на эти слухи хотел бы сегодня ответить, потому что у нас есть и клиенты, которые за нас переживают, и друзья, там, знакомые и так далее, да. Вот, смотрите, когда мы открывали агентство «Твой Сочи» совместно, мы договаривались о том, что мы будем с каждым клиентом, то есть работать совместно, потому что, ну, так сказать, на начальном этапе нужно было наработать опыт, нужно наработать было свою лояльность, вот, и мы к этому, в принципе, шли до определенного момента, когда уже это, можно сказать, лояльность уже на достаточном уровне у каждого на канале появилась, то есть появились свои клиенты, достаточно количество подписчиков, то есть мы добились хороших результатов, узнали рынок, набрались опыта, вот, и в последнее время вот мы приняли решение, что будем работать в индивидуальном порядке со своими клиентами, то есть теперь мы работаем не отдельно, а просто у нас у каждого свои клиенты, у нас общий, получается, общее агентство недвижимости «Твой Сочи». У нас мы его продолжаем также позиционировать себя как агентство недвижимости. Ничего здесь странного нету. Есть люди, которые работают и в крупных агентствах, и сами по себе. То есть также он у нас расположен на улице Молокова, 44, офис 406. Можете, пожалуйста, приходить в гости. Какие-то из клиентов уже там побывали. Вот. И хотел бы вот эти разнести слухи, да, то есть у нас никогда не было никаких начальников, да, почему-то кто-то считал, что я там руководитель, многие из клиентов все время говорили, я не руководитель, мы работали и работаем на равноправных условиях, понимаете, да, то есть у нас не было никакой задачи, что кто-то будет чем-то заниматься, рулить там, в какое-то направление кого-то ставить, ограничивая в чем-то. Вот. На сегодняшний момент у нас у каждого на канале есть свои подписчики, да, которые также смотрят и наши каналы, и других блогеров. И, конечно же, может быть, им тоже хотелось бы услышать разную точку зрения на какие-то объекты, на жизнь и так далее. А в совокупности у нас, ну, практически было все одно и то же. Теперь как раз и у нас, и у ребят свой формат, у них свои, получается, партнерские отношения индивидуальные будут с другой компанией. Это нормальное явление. Вот. Я особо не стремлюсь к конкретному кому-то закрепляться там, передавать клиентов в сторону, допустим, там, центра Сочи. Мне этого не нужно. Ко мне в основном люди обращаются именно те, которые хотят покупать Адлер. Я из Адлера не выезжаю, потому что считаю, что в Адлере мне работы здесь хватает. Ну и, конечно же, когда мы уже набрали, так сказать, свою лояльность, свой вес, так сказать, на каналах YouTube, да, у нас стало разная точка зрения появляться на ту или иную проблему, на разные объекты по-разному стали освещать, поэтому, конечно же, уже люди пытаются найти какую-то истину и говорят, ну вы же вместе работаете, почему у вас разные мнения? Вот, теперь вы уже знаете, что мы работаем в индивидуальном порядке, мы не разделились, компанию не бросаем. Просто у нас у каждого свои теперь клиенты, это нормальное явление. И нам становится проще. Вот, у меня свой ритм ведения канала, у ребят свой
свой ритм, понимаете? Это все равно, что в одну шлюпку сесть, я буду, допустим, гребсти быстрее, ребята будут медленно, но практичнее, да, и мы все равно будем по кругу крутиться, не доедем мы вместе в одну и ту же точку. Лучше по разным шлюпкам, так сказать, разойтись и с клиентами по-своему индивидуально работать. Это нормальное явление, вот, ничего здесь такого не случилось, мы не ссорились, в нормальных приятельских отношениях. Дай бог, какие-то будут совместные праздники, вы также увидите на наших каналах, там, может быть, трансляции и так далее. Вот. Поэтому ничего здесь страшного не случилось, не переживайте. Выбирайте именно того блогера, который вам более по душе, к которому вы больше с какой-то симпатией, с доверием относитесь. Смотрите оба наши канала, они оба интересные. Вот. Ну и всем тем, кто распускает слухи, скажу, что это неправда, все у нас хорошо. Всем пока.